А вот нардеп-радикал Олег Ляшко решил с помощью полиции разобраться с Нацагентством по предотвращению коррупции. Напомню, именно НПК вело дело в отношении главного радикала. Его подозревали в совместительстве должности нардепа и руководителя газеты «Политика», которую закрыли в 2006 году. А еще в том, что дал заведомо ложное пояснение. Агентство даже просило у суда оштрафовать избранника на несколько тысяч гривен. Однако не удалось. 21 июля суд закрыл дело против Ляшко. Хотя в НПК заявляют, полный пакет доказательств предоставили суду. Но вот главный радикал требует разобраться, не сфабриковала ли НПК дело против него. Заявление в полицию подал буквально перед отпуском в Хорватию, куда, как и в Таиланд, отправился со своим кумом. Не потрудившись пояснить журналистам, откуда деньги на дорогостоящий отдых, как и на свой элитный особняк.